привет. Выбрались мы еще разок на охоту. Наверное, уже последний раз. У нас плюсовая температура. Дождик начинается. Снег сырой. Отпечатки должны быть сегодня четкие все быть. Из-за этого решил я еще раз съездить с собаками. У Альфы там пока непонятно. Начинается течка, еще и нет. Короче, пока ей допустим в лес. Вот. Только из-за этого решил я съездить, погулять. И снежок такой мягкий, собакам комфортно бегать. Лыжи не стал я брать, потому что они намокнут, оцереют, и их просто не утащишь. Хожу вот по колее. Мы до этого здесь ходили. Снегоходовская колея есть. Ну, то есть буду ходить, гулять. Собаки пускай бегают. Не знаю, что подымут, не подымут. Тут вот сейчас на лыжне, видать, оттаянный такой следок зайчий. Здесь тоже он бегал, ну, не знаю. Непонятно пока. Бегают тоже они не дураки. Вот по колее, по дорогам, по снегу не хотят бегать. Пока четких свежих следов я не видел. По крайней мере, собак отправил в лес, куда вот по лыжне свернул зайца. Может, они там его нашли, сейчас распутают, я не знаю. Я вот в русле реки стою нашей, на льду. Сейчас подожду их, вернуться пойдем дальше. Небольшой кружок здесь дадим, да назад к машине, да домой. Тепло, хорошо, дождь начинается, поэтому погуляем, подышим немножко свежим воздухом и вернемся. Вот заяц бегал тоже. Следы все оттаяны, даже ночью, если вот заяц бегал, уже они все подтаяли так, не поймешь даже. Если вот единственное, утрешний след будет четкий, значит, это конкретно заяц на лёжку идет. Но мы еще такого следа не нашли. Вот. Пока все сомнительные, но собаки проверяют сейчас. Я в ожидании. Подымут, не подымут. Вот заяц. Вот следок зайчий. Раз, перескочил на эту лыжню. Тут коготки такие прям вроде как четкие. Можно сказать, как бы ночной след. Ну, непонятно, он подтаянный. Может, бегал сегодня тут, может, нет, не знаю. Ладно, будем ждать. Вернуться, пойдем дальше. Если подымут, постараемся все заснять максимально близко, крупным планом. Так, ну что? Нашли мы более-менее свежий следок, такой похожий. Ночной зайчий. Вот Альфуха лапу порезала, об стекло там на развалинах. Кошку они загнали, и она лапу порезала. Но здесь вот где-то, где я пустил-то их. Вот там вот зашел зайчик. Ушел туда в посадки. Сейчас я видел, Альфа перешла вот в этот лес. С таких вот посадочек. Но там вот выход был. Тоже такой, похожий на ночной, не знаю. Может, заяц вот зашел, вышел. И сюда бежит. Но есть и сюда заячий след. Тоже. Короче, непонятно. Сейчас собаки лазят. Постою, подожду. Может, подымут. Сейчас только на них вся надежда. Я без лыж. Снег сырой. Вот.
Пускай лазит. Наверное, больше выбираться на охоту не будем. Загадывать тоже не станем. Но посмотрим сейчас. Подымут, не подымут. Сейчас они проверят. Пойдем дальше. Еще здесь сходим метров 500. Посмотрим. Скидочки. Следы более-менее свежие. Попроверяем их. Нет, так нет. Пойдем в сторону машины. Машину мы на той стороне оставили. На горе. Снег рыхлый. Я не стал на ней съезжать с горы, потому что резина лысая, назад могу не забраться. Все, ладно, ждем развития событий, а там все покажем, если что-то получится. Так, ну что, лазю вместе с собаками без лыж. Вот тут надув такой с поля возле посадок. Вот нашли этой ночи следок свеженький. Это 100%. Долго мы искали, вообще следов нету. Ну, вернее, следы есть, но все старые. И вот один, единственный свежий. Вот сейчас я его взял, иду. Они впереди перетаптывают. Тут же теряют, потому что заяц выходит на свои старые тропы. И следов практически не видать. Только я могу немножко определить. Вот заяц идет, край поля, посадочки такие, овражек тут тоже. Вот он где-то тут, я думаю, валяется, потому что след еще прям четкий такой, отпечатанный. Не оттаял, не подтаял. То есть заяц недавно поутру прошел, вот, шел, видать, скорее всего, на лёжку. И где-то здесь, в области 500 метров, в радиусе 500 метров где-то он валяется. Осталось только вот дотропить, найти. Собаки перетаптывают мне, усложняют задачу. Но я сейчас не пойду, конечно, здесь. Вот они пролезли, я пойду вот здесь. Просто сразу найду выход егошний. И пойду дальше. Но тут все старые следы. Все подтаяно. Свежих нету. Один вот еле как нашли. Сейчас будем пытаться его поднять. Вот такая посадочка. Сейчас если... Вот он в нее зашел. Сейчас если сюда выходов нету. И туда, естественно, где-то он здесь. Но собаки ее прочесали. Я думаю, заяц, значит, вышел куда-то. Сейчас я пройду, проверю за ними. И мы его найдем. А там как повезет. Так, у меня два патрона стоят. Самокрут вот. И та же единичка. Фетр. Все, два патрончика. Вот. Я без лыж. Снег такой сырой уже. Даже та ледяная корка и то уже обмякла и стала. Так, а вот он. И вот заяц перешел. Вот он, вот он, вот он, вышел. Прям четкий свежий след. Собаки что-то филонят. Вот, это вообще прям свежак. Заяц еще кормится. Ну и возможно это перед лёжкой. Значит, он вообще где-то рядом. Вот идет в эту посадку, будет тут лежать. Может быть тут где-то. Сейчас раз, раз и... валяется.
Так, пошел такой снег со льдом. Вон альфуха лазит. След к ней идет. Вон, по-моему, скидка. Нет, к ней идет туда. Они в пяту идут. В обратно. Тут что-то он намудрил. Ага. Петлю дал. Нет, туда ушел. Или он сейчас Шахачева подымет. Но смысл, все нашли след. Так. А вот он. Нет. Заяц сюда идет. Слушай. И Шах пошел за ним. Ох. Где-то вот тут он, наверное. Или ушел через поле в горы. Шах тут все перетоптал мне. Снег какой идет, а? Так, так, так. Тут все избегано. Свежими следами. Что-то ничего не пойму. Что-то они так идут безразлично. Ох, он тут налазил. Где-то будет здесь. Он тут набегал. Тропы набил. И непонятно, куда сейчас. И вот сюда уже такой ледяной уходит след. Сейчас я проверю в эту сторону. Камеру надо протереть. Короче, заяц где-то здесь. Скорее всего, он там. Я примерно знаю. Местечко такое. Сейчас протрем. Камера снег валит. Так, ладно, сейчас подождем, включимся, как пройдет снег. Вот такой вот снежок, если будет видно, идет. Че, вот Шахач устал. Тяжело дается. Тут все надув такой, меня держит. А где и не держит. Нет, снег походу не кончится. Ладно, включимся поближе туда. Как сейчас распутаем чуть-чуть. Не к добру, это что-то он зарылся. Ужас. Что творишь-то, я не пойму. Зайца надо искать. Так, ладно. Альфуха лазит у нас, сейчас подымет, а я тут с камерой вожусь. Опа. Все, пойдем помогать Альфухе. Так, ну я пойду, наверное, тут низом. Что тут? Они все проверили. Шах пошел туда, перетоптал. Ну вот заяц сегодня бегал здесь, это русак.
И бегал-то он как раз здесь. Сейчас посмотрим. Отход в поле. Навряд ли он туда пойдет. Скорее всего, вот тут вот. Вот здесь такие места хорошие. Как бы за несколько лет охоты вот заяц именно вот здесь вот ложится. Почему-то выбирает. Так же, как, наверное, и утки. Одно болото несколько лет тянет их, пока там не измельчает или не зарастет. Но почему-то выбирает одни и те же болота. Зайцы вот выбирают одни и те же места как-то. Вот он, заяц. Тут не знаю. Такой. Идет, то видно, то не видно. Подсыпано. Здесь тропа старая. Сейчас пойдем. Вот прям. Когти рвал свеженький. Так, и вот сюда уход. Свежий. Вот это, я думаю, более свежий след. Альфа! Альфа! Иди ко мне! Альфа! Айда тут! Айда тут! Тут! Тут, дева! Тут! Как всегда, в нужный момент альфы нет. Ну вот два свежих ухода в эту сторону. И вот заяц. А, вон альфуха там чешет. Так. Альфа, айда тут, тут. Вот, куда пошла-то? Вот здесь крушатничек такой. Заяц выходит обратно. Сейчас вот он вдоль поля. Где-то с двойку и в эти кусты брякнется. Я думаю. Вот два свежих следа. Выходит на поле. Один идет, там тропа. Мы пойдем, конечно, вот этому ближе, который. Вот, хорошо, ищи, ищи. Нет, нет, айда вот тут, 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 ищи. Айда вот. Вперед, вон шаг пошел. Надо мне вот здесь где-то встать. Потому что по дыму он вот тут пройдет. Либо тут, либо. Так. Либо там уйдет.
вторым, первым зацепил. Подняли, вот, выскочил. Бежал, меня увидел, пошел по полю. Чуть-чуть я поотпускал самокрутом. Видно, что попал, сейчас посмотрим. Фу, малыш. Шах. Вот, самокрут. Стрелял сверху. Ну вот, пух выбил самокрутом. Я видел, что его зацепил. А второй единичка в контейнере вот уже четко попала. Первым, наверное, завысил еще, как бежал, остановился. Ай, молодцы. Фу. Вот он, русачок. Иди ко мне. Молодцы. Все, все, умница. Молодцы. Ай, умница моя. Все, 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 дева, нельзя. Нельзя, нельзя. Ай, молодец. Альфуха радуется. Снег лопает. Жарко им, наверное. Лапы все порезала об стекляшки. Фу, малыш. Ну вот, хоть стрельнули сегодня, да? Вот такое. Ну вот. Пойдем до дома, да? На, Марусима. Сейчас собачкам дам ушки лапки. Вот теперь, наверное, мы закрылись, да? Чего? Лапы все в крови у вас. Да. Это, наверное, хорошо, что его сразу с Лёшки. Вы подняли, я его сразу хлопнул. А так бы... Куда вам гонять с такими лапами? Вот это все порезано в крови. Там старая лапа. Ну ладно. Так, вот у нас единичка как легла, тройка покучнее. Стрелял, не знаю, на сколько. Метров, наверное, 20-25. Вот. Ой. Кто там уж из них поднял, я не знаю. Но я так думаю, что косой увидел и смылся втихаря от них. Потому что даже никто не чухнул, не залаял, ни Альфа, ни Шах по следу не выбежали. Шах прибежал на выстрел, да и Альфа тоже с той же стороны.
Вот. Поэтому. Фу, куда ты? Это Альфухина. Так, ушел, ушел. Че лезешь сюда? Фу, я сказал. Ты смотри, какой он. Че еще за дела такие? Ого, ого. Ну все, поехали мы домой. О, Альфа хромает, еле-еле идет. Все, давайте. Всем удачи, всем пока.